Видите, тогда комсомольцы же много делали. Комсомольские отряды были, комсомольские БАМ построили. Вот, самая большая стройка была при Союзе. Вот, всегда помогали друг другу. Я родился уже, когда они уже распались в 90-м году. Уже а все. Вы себе предложили бы вступить сейчас в комсомол? Ну, сначала пионером быть, а потом в комсомол. Нет. Ну, это как общество, что-то там, борящееся за какой-то... я толку не помню. Плохо с комсомолом мне, я не был комсомольцем. Не были? Не был. А почему? Отец у меня, как сказать, не коммунист. Понятно. Раскулаченный, расстрелянный. Поэтому, соответственно, я... Это даже очень помогало всему, например, старым дедушкам, бабушкам. Сейчас все одинокие, и ветеранов у нас мало стало, никто о них не заботится. И вообще это, мне кажется, надо, наоборот, делать так, чтобы они...